Thank you.
Оружие опусти. Ну, раз. Привет, брат. Слушаю тебя. Пока.
машина! Thank you.
Как жизнь? Иди своей дорогой, Сталк. Да ты рассказывай, Щеп. Ну? Чего расскажешь хорошего?
Проходи. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Только выжигатель пройти. Где-то тут за ними клондайк артефактов и исполнитель желаний. Дурак! Вот дурак! Ну знаешь же, везение свое идиотское. Артефакты как же. Одни тропы не хожаные и твари не кормят. Чем могу помочь, сталкер? А такое, слышали? Стоит сталкер у перекрестка в зоне. И чего расскажешь сюда. Хорошего? Направо аномалии. Вперед монстры. Налево кабаки и детки. Подумай. Вот как вернемся. Кто жив останется? Сталкер. Работа. Прикинь защищать.
еще кто зависит от цирка третьих городов. Да ты рассказывай, с чем пришел. Отваливает один мужик к сталкеру и говорит: «Эй, друг, а достай-ка мне щенка псевдо-собаки». Сталкер ему: «Ты сдурел, что ли? Жить надоел? Он же тебя в секунду порвет». «Да ты не понял, — говорит мужик, — я же не себе, я теще, на подарок». Thank you.